Вроде пока никого нет. Мелкий, давай заводи эту тарантайку, нам сматываться отсюда надо. Они же сейчас в любую секунду опять прийти смогут. Давай! Да ты чё, прикалываешься, что ли? Да она будет когда-то работать нормально с первого раза заводиться или нет, мелкий, давай! У меня ни патронов нет, у меня нифига нет, давай! Педаль в пол, сцепление выжимай, нейтральную передачу ставь, на ручник сначала поставь, ключ зажигания дергай, главное передерни нормально ключ зажигания, оно все заведется, давай! Мелкий! Дергай давай ключ зажигания, иди уже здесь, давай! И... Молодец! Вылезай, садись давай, погнали отсюда! У нас с тобой бензина осталось еще вроде на 3 или на 4 прыжка. После этого я вообще не знаю, где нам с тобой энергию и бензин найти. А вы что пучите? Вам от нас не скрыться, вам некуда бежать. Сдавайтесь! Все вы так говорите, нам некуда бежать! Все вы так говорите, сдавайтесь! А вот мы с мелким никогда не сдаемся! Назад в будущее, мелкий! Ой, мелкий, держись! Стоп! Куда засосся? Все, вот здесь! Нормальная парковка, так? Ты опять не 22 сентября, что ли, вел? Или какой-то сентября опять вел? Мелкий! В какой жопе мы с тобой опять оказались, а? Вот именно, в глубокой! Туши! Давай, быстро! Нет времени вот это выяснять, где мы сейчас находимся. Иди тарантайку разворачивай прямо сейчас и вот сюда, на исходную позицию. Так. А здесь вообще кто-то есть? Никого здесь, мелкий, как обычно, нет. Давай разворачивайся и вот сюда становись, только быстро. Это еще кто такой? Мелкий, тащи тачку, давай сюда, да ты ее не в скалу, вот эту скалу загони, обратно сюда давай тащи, сейчас сломаешь к чертовой бабушке. А я походу знаю, где мы находимся. Так, мелкий, быстро, я тебе дай в третий раз повторю, иди тарантайку тащи быстро, давай сюда, чё ты... Смотришь-то по сторонам, мать моя женщина. 22 сентября, ну ты запомнишь то, что два цифра и два. Два, понимаешь? Ядрить ты, колотить так, господи. Тащи тарантайку давай уже быстро. Ага. Выходите, идите сюда, помощь нужна, тарантайку мелкого подтолкнуть надо, ну ты быстрее можешь разворачиваться, у нас как будто сейчас дофига времени, да, есть? Давай быстро, одна нога тут, другая нога на педали. Оставь машину, подойди вот сюда. Это турецкий или на каком он разговаривает? Он меня послал сейчас или чё он сделал? Послал? Так с ними разговаривать надо? Он чё, обиделся на меня или чё, я ему чё-то сказал? Я оскорбить никого не хотел, просто ты на меня сначала орать начал, так.
Мелкий, ну да, мы попали именно туда, куда я и понял. Пошли, пускай. Вы в этом машину мою не поцарапайте! Поцарапайте, красить его потом будете! Правда, я не знаю, где вы здесь краску-то найдете в ваше-то время неандертальское, но какая разница? Так, сигнал работает, все работает, вроде... Да, так, все хорошо, пошли, мелкий, разворачиваем тарантайку и сваливаем отсюда. Ты же понимаешь, что, у нас с тобой вроде осталось топливо на два прыжка. Но мы с тобой не можем больше так сильно лохануться. Мы с тобой должны 22 сентября 2020 года попасть. Так, все. Спасибо большое. Машину мне отполировали. Прекрасно. Все, разворачиваем ее и сваливаем. Господи, мелкий, я тебя просил машину развернуть. А в итоге ты смотри, мы сейчас на мамонте вот этом уедем. Все, давай, мелкий, запрыгивай. Ага, вот сюда. Так, все. Ага, удачи вам здесь всем. Ага, все, давайте. Мелкий, сваливаем. 22 сентября, мы с тобой не можем больше лохануться. Пожалуйста, мы с тобой уже побывали везде, где только можно. Ну, вы с дороги-то сдрысните, я не хочу вас здесь передавить всех. Так, ладно. Идите сюда, подойдите вот сюда. Я вам здесь на память оставлю, что не жалко. Ну, камеру, ладно, у меня дома еще 10 камер. Вот здесь. У вас таких технологий здесь еще даже нет. Вот это сломаем и поставим вот сюда. Все, камера, учитесь. Вот, в будущем вы блогерами станете. Давайте. Ага, все. А ты оператором. Кнопочку нажимаешь красную, запись идет. Ага, все, давайте. Дебилы, честное слово. Мелкий, пристегивайся и... Все, удачи вам! В будущем будьте хорошими видеоблогерами! Если у тебя будет канал, чтобы приветствие было, как делишки, ребятишки, сами снова... Мелкий, держись! Ай, хрен! Я же так ослеплю! Когда-нибудь, если так часто мне глушить будет, стоп, остановочка наша. Так, все, вылезай, мелкий, вылезай, сгори сейчас заживо. Так. Иди туши. Дом Ванчоса цел. Он еще не взорван. Снега еще нет. Вроде все в порядке. Какое время? Какое время? Часы, телефон, достань. Какое время? Посмотри. Это 22 июля. Да, июля, сентябрь. Откуда здесь взялся? Что у нас мамонт здесь... Так, какой день? Какой день? Куда мы вообще попали-то? Вот и доктор, господи, разобьешься же так! Какой день? Какой день? Если он жив, значит это 100% прошлое, вот это прошлое, потому что его предыдущие серии же кокнули. День какой? А вы, наверное, те самые, кто использовал мою разработку из будущего, верно? Да, мы с тобой в будущем познакомимся, ты изобретешь машину времени, вот, кстати, она вот там горит, догорает уже, ты изобретешь машину времени, мы ее у тебя одолжим и парочку прыжочков к динозаврам, к неандертальцам совершим, мы, короче, хотим исправить маньяков, которые убьют тебя и всех наших друзей потом. Да! Я знал, что я гений! У меня все получилось! Да! Да, это просто прекрасно! Но какой день? Скажи, какой сегодня день? Мы правильно попали в нужный нам день или нет? 22 сентября! Ага, а год какой сейчас? Самый худший год в моей жизни! Дай угадаю, 2020, да? Верно!
Я тебе открою страшную тайну, не только у тебя этот год самый худший в жизни. Так, мелкий, значит, мы с тобой в нужном нам дне, будущем, прошлом, как это вообще называется. Надо идти спасать вот этого Титикаку и президента, чтобы они не выпустили маньяков на свободу. Все, мелкий, тогда давай собирай майнатки, тебе спасибо... Чё ж там опять происходит, а? Ничего не вижу опять, господи! Чё это за фигня-то сейчас была? Здорово. Здорово. Мелкий, до свидания. До свидания, мелкий. Откуда вторая машина Вставай! Опять эти обмороки! На потом отложи это... Чё сейчас было опять, а? А вот это уже очень плохо. Вы нарушили пространственно-временной континуум, и все временные точки переплелись между собой. Кого? Ну, если говорить по-тупому, нам всем жопа. А вот это уже очень плохо. Это уже очень плохо то, что у нас одна горящая машина времени и другая горящая машина времени, которая вообще в фонаре застряла. Так... А что нам делать тогда-то дальше? То сначала мамонт вот этот приехал, то потом мы с будущего. Чё? Вам надо срочно вернуться в своё время и больше не путешествовать, иначе вы разорвёте временную петлю. Ага, я понял, что я ничего не понял. Так, ладно, всё, 22 сентября. Мы прямо сейчас отправляемся, предотвращаем то, что президент выпустит маньяков на свободу и сваливаем отсюда. Всё очень просто. У вас есть ровно один час. По его истечению вы не сможете больше никогда вернуться в своё время. Ага, один час. Всё, спасибо. Мелкий, мы с тобой 100% справимся за вот... Ну я же говорю то, что мы с тобой точно что-то там разорвали, какую-то петлю точно разорвали. За час! У нас есть час, мелкий! На трактор! Я на один, ты на другой, встречаемся возле мэрии, давай! У нас есть еще вся возможность все исправить, мелкий! Один час, мелкий, всего лишь один час. Не отвлекаемся ни на кого больше. Сразу топаем в мэрию, потом топаем в тюрьму. Аккуратно, мамонта не сбей, забодает тебя. Короче, в тюрьму! Говорим президенту, чтобы он маньяков не выпускал, и все. Надеюсь, что мы спасены.